и где вы можете принять цветы от нашего курьера и все такое. И со мной, типа, через тебя связывается не ты, типа, напрямую, а доставка курьерская цветов. Think about it. Я говорю, доставки цветов. Куда доставить не цветы? Это все легко и просто, просто, ну, надо чуть-чуть думать головы. Ну, если мозгов нет, то о чем можно вообще даже говорить, когда уши заложены? Если нет инсты, ну, значит, не судьба. А если нет инсты, кстати, ну, если у тебя нет инсты, у доставки цветов же есть инста, попроси кого-то из знакомых. Я думаю, есть люди более развитые, у кого есть инста. Даже фейковая, блядь, у каждого есть. И они могут написать. Даже не обязательно есть. Напиши, блядь, в гугле сайт. Доставка цветов. Допустим, доставка цветов Украина, доставка цветов Польша. И тебе любой сайт выдаст. Или у тебя вайбера тоже нет, интернета тоже нет. Что-что? Ну, я в Европе тут нет. Что, у тебя в Европе нет инсты? Или что, или интернета нет? Ты о чем? Если, допустим, ты пишешь в сайте, ну, есть, нет инсты, ты пишешь на сайте доставка цветов, и они там уже сами находят, как связаться со мной, если у тебя все так запущено. Чем не пользуются интернетом? А как ты мне пишешь сейчас? Или доставок нету, доставок цветов нету. Не понял, а чего у тебя там нету? Может, у тебя просто денег нету? Я думаю, это легче. Инстой не пользуется. Ну, я находила доставки цветов в инсте. А если я повторяю, инсты нету, то есть эти сайты. Ну, у вас нет доставки, у нас есть. Причем тут, это ж ты не себе будешь доставлять, а мне. Это значит, ты можешь найти доставку, которая есть у меня. У меня доставки есть. Ты заключенный по свободе, когда выходишь через год по свободе. Окей, удачного тебе освобождения. Как же ты еще находишь время сидеть здесь, писать? Это прям загадка. Когда люди теряются моментально, когда я говорю факты какие-то, превозношу, они исчезают моментально. Такие, ой, ты занят. Странно, как ты тут еще сидишь, если ты такой занятой. Типа все зависит от желания. А все остальное это балабольство, которое можете даже не писать, я не воспринимаю его вообще никак. Потом говорят, а что ты не отвечаешь? Только на что отвечать? Пиздобольство, я на это тратить время даже не собираюсь. Что ж там? Тебе, наверное, сейчас трупы цветов пришлют. Ага, аж бегом. Ты ж видишь, как все моментально сливаются, когда я объяснила систему, как это можно сделать. И люди просто сливаются, потому что, ну, зачем? Так же неинтересно. Намного интереснее, когда мы обсуждаем тупо непонятно что. Не так много есть возможностей и места. У тебя же есть инет, чтобы сейчас сидеть. В чем проблема выйти из ТикТока, зайти в Google? Ну, Google уже есть, я думаю, на каждом телефоне. И вбить там доставка цветов Польша, допустим, или Украина, не знаю. Обычно они как-то совмещены бывают. И в Польше, и в Украине одна и та же доставка может быть. И ну просто ты зачем постоянно мне это пишешь? Мне это уже настолько надоело. Типа я уже объясняю, как какому-то немножко отсталому. Что, когда вы что?
Зачем мне в инсту переходить? Инста там добавлено, прикреплено. Пиши туда. Thank you. Конечно, у меня тут 80% сидит каких-то американцев, которые ничего не понимают. Но я хочу на тебя как минимум посмотреть. Смотри, конечно, смотри. В инсте нет, потому что я не вижу смысла заходить в инсту в фигу, потому что когда заходила, ко мне заходит максимум человек 10-15. И это очень скучно и неинтересно. Тут если заходят, то хотя бы есть плюсы в том, что подписываются. Это как бы такие плюсы. А в инсте что? Заходят только 15 подписчиков каких-то, и толку нету. И там даже, по-моему, нет, ничего не дарят, а здесь хоть могут что-то подарить. Так что есть плюсы. Там, не знаю, какой смысл. Ну, конечно, надо целый день сидеть, чтобы дождаться хотя бы какого-то сердечка. Я имею в виду не лайк, а вот этих вот, что я поставила цель. Может, кому-то ее не видно. А, кстати, еще как вариант, если тебе тяжело заходить, там, искать доставку цветов и так далее, типа, это очень для тебя ямагна, и прям вообще пиздец, тебе не хочется впадло это делать. Еще легче есть способ. Ты можешь мне просто надарить дохуя подарочков, и я куплю себе классные цветы, какие захочу сама, кстати. Это даже лучший вариант. Так прямо и сказать, как полегче. Не идти туда невозможно, не идти. Ты не можешь отказаться от войны. Ну, я имею в виду, чтобы не поддерживать, я имею в виду не идти. Погибать, умирать, калечиться, подписываться.